Друзья, каждый день телеграм-канал Утка Геймс публикует по 3 бесплатных прогноза. Вы совершенно бесплатно можете заработать на ставках. Проходимость прогнозов свыше 90%. Заходи в телеграм-канал по ссылке в описании и начинай зарабатывать. Всем привет! Чем завершился 8-й день в Лиге Наций? Сколько голов забили в компенсированное время и кто лидирует? Бельгия взяла реванш у Польши 6-1. Напомню, 16 лет назад страны встречались в последний раз. В отборе на чемпионат Европы поляки победили дважды и выиграли ту группу. Бельгийцы заняли тогда 5-е место в группе. Леандро Троссард из Брайтона забил дубль, а братья Зар записали на свой счет по передаче. Уэльс проиграл Нидерландам 1-2. В компенсированное время команды обменялись голами, что бывает очень редко. Сборная Нидерландов, которую возглавил Луи ван Гал, не проигрывает 11 матчей подряд. 8 побед и 3 ничьи. В 2015 году голландцы победили в последней очной игре 3-2. Робен оформил тогда дубль. Расписание 11 июня в 21:45. Нидерланды сыграют с Польшей, а Уэльс с Бельгией. Бельгийцы первый тур проведут на выезде. Таблица. Сборная Нидерландов лидер группы. 2 победы, разница голов плюс 4, 6 очков. Бельгийцы и Польша делят второе место по 3 очка. Уэльс проиграл 2 раза, 0 очков. Дивизион Б, группа 1. Шотландия обыграла Армению 2-0. Сборные встретились впервые. Третий мяч отменили и оставили игрока Ноттингема Скотта Макена без дубля. Шотландцы в этом году провели 4 игры и забили в каждой из них. В среднем 2 мяча. Ирландия уступила Украине 0-1. Сборные встретились впервые. Так получилось, что команда Петракова гостит на Британских островах, выиграв у шотландцев и ирландцев и уступив валийцам. В этой игре система ВАР также отменила гол у команды-победителя. Ирландия проиграла второй матч. На своем поле они не уступали ровно год после того, как их наказал Люксембург. Расписание 11 июня в 16:00. Украина встретится с Арменией, игра пройдет в Польше, а сборная Ирландии примет Шотландию. Таблица 3. Сборные набрали по 3 очка. Шотландия, Украина, Армения. Ирландия на последнем месте 0 очков. Лучше бомбардиры и ассистенты. Холланд из Норвегии, Дурсун из Турции имеют по 3 мяча, а лучший ассистент до сих пор не определен. Расписание. 9 июня Португалия, Чехия и Швейцария, Испания, Норвегия, Словения и Швеция, Сербия. Косово, Северная Ирландия, Греция, Кипр, Гибралтар, Болгария, Северная Македония, Грузия и Мальта, Эстония. Рекомендую посмотреть, сколько европейских команд играло на чемпионатах мира с 1930 года. Может, кого-то заинтересует обзор на Кубок Азии. Ставьте класс и до завтра на спортивном.